Говорите, я вас слушаю. Говорите, говорите. Я тебя не очень... Нет, что вы. Если бы у меня какое-то что-то было, я бы вообще со остановку у вас и не взял. Я бы сказал там, все, я пошел. Давай, денежку тебе. Нет. Я же сказал, сегодня день рождения у вас. День рождения? На работе подбрось. Нормально все. Я же с вами не 200 километров ехал. Нет, дело не в этом. Я просто хочу, чтобы тебе было хорошо. Спасибо огромное, у меня и так хорошо. Я хочу, чтобы тебе это... Ну вот смотрите, у нас, знаете как, у нас в жизни так происходит. То есть как нас воспитали и как мы видим. Помогать старшим. И такие моменты. Вот за это, ты представляешь, вот я вхожу с палкой в автобус, мне вступают вот люди, пожики, сбить все. В автобусе наши сидят, морду отвернули, шмарки.